Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по буксу, назовем так, букс-кран по сбору Рипли. У меня сделано на канале видео о том, что букс платит. Вот моя статистика. Так, сейчас. Так, опустимся ниже. Вот, я все собирала. Вот, тут 2 миллиона, 3, 3, 3, 5, 3. Но мне больше 3. Вот, вчера я собирала, мне он не дал. У меня вся рекламка была просмотрена. Вот, ну и на этом я как бы и остановилась вчера. Значит, что я хочу сказать. Мы собираем криптовалюту Ripple на биржу Binance. Вывод идет. Значит, вот моя сумма. И посмотрите, хочу обратить ваше внимание на, вот смотрите, оценка в BTC, биткоин Сатоши. 2429 Сатошика уже набрано. Я считаю, это неплохой результат, потому что мы можем, что дальше будем делать? Копирую Ripple, торговый центр нажимаем. Эту криптомонету Ripple обменять на биткоин Сатоши и потом уже выводить, куда нам захочется. Правильно? Так, давайте сейчас проверим. Я сейчас менять, конечно, не буду. Просто покажу вам. Грузит. Так, вставить. Ищем. Что-то я не того. Не скопировалось у меня. Так, сейчас я. Ага, тут надо Ripple. Не так я сделала. Так, сейчас. Секундочку. Грузит все. Так, как он? Криптомонета XRP. Так, по-моему. Попробуем так вставить сейчас. Английский. XRP. Так, подождать, не отвечает. Ну, в общем, сюда вбиваем XRP, вот. С BTC, вот, видите? Можно нажать на эту. Сейчас выйдет тут купить, продать. И таким вот образом можно продавать криптомонету. И потом выводить уже куда нам нужно. Вот таким вот образом. Грузит у меня очень долго. Вот такой вот кран собирается очень легко. Минимальная сумма на вывод 1 миллион Ripple собирается буквально за несколько минут. Заметьте, не часов. Ой, все закрыло. Вот так закрываем. Буквально за несколько минут минимальная сумма на вывод собирается. И за каждый клейм нам дают 20 тысяч Ripple. Ну что, на этом я буду заканчивать. Кран работает, платит. И мне определенно он очень понравился. Я, конечно, здесь сижу каждый день и выжимаю отсюда, сколько дают. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.